В рамках проекта «Итальянские сезоны» в Кургане в библиотеке имени Куликова состоялась встреча с Валерием Хорошаевым. Художник бывал в Италии не один раз и в своих работах представляет свое видение страны. На встрече он поделился впечатлениями со студентами Курганского государственного университета. Это то место, святое место для всех художников мира. Ни один художник не должен, безусловно, пропустить эту великую землю. Землю древних этрусков, римлян и Великого Возрождения, где работали величайшие художники мира, которые являются образцом для всех художников на сегодняшний день. На полотнах античные скульптуры и древние итальянские городки. Иногда современные персонажи оказываются на старых узких улочках. Автор считает, что мир обязан Италии многим. Та вот среда, та обстановка, в которую ты попадаешь в Италии, она говорит о том, что вся атмосфера, существующая в этих городах, и горожане, которые там, ну не зря, почему там все знаменитые дома моды, все знаменитые автомобили там. На выставке был показан документальный фильм об Италии, а самого художника ожидал приятный сюрприз. За большой вклад в дело искусства Зауралья он был награжден медалью Курганской городской думы. Лариса Драгункина, Александр Киселев, Андрей Бахарев, информационное агентство «Курган.ру».